Ты инструктор, тебе и карты в руки. Что, я буду твой хлеб отнимать? Вообще-то могу попробовать. С чего ты говоришь, там инструктаж начинается? С азов. Что дальше? Здесь на поясе плотно на липучку. Поднимите волосы. Здесь. Застегиваем. Так, и главное, когда будете погружаться, не забудьте прижать маску вот так, иначе рыба не оценит ваш макияж. Главное, чтобы они оценили ваше чувство юмора. Повторяем азбуку дайвера. Всплываем, погружаемся, все хорошо, проблемы с глазами, ушами, с дыханием. Запомнили? Нет, вот это ослаблять не надо. Баллон должен плотно прилегать к телу. Баллон, а не инструктор. Карина, прекратите ерничать. Вы хотите погружаться или нет? Хочу, наверное. Недаром же я сюда приехала. Прекрасно. Тогда слушайте. Я слушаю, Игорь, слушаю, но вы лучше мне показывайте. Показываю. И желательно на себе. Ну что, готовы? Отлично. Тогда на счет три. Один, два. Нет, подождите, давайте на счет семь. Оно просто счастливое число. А может, тогда лучше на счет 12? По числу знаков зодиака. Что, испугались? Ну, капельки. Смотрите. Потому что под водой главное спокойствие. Иди какой, падики? Не дождетесь. Когда? 11! 12! Показывал, знаками показывал. Дай подышать. А я тебе показываю знаками. Вези меня домой. О, Боже. Да что вы меня лапаете? Я не лапаю, я подталкиваю. А что, других мест для подталкивания нету? О, Боже, нужны мне ваши драгоценные места. Не трогайте вы меня. Так, пожалуйста. Помогите!